Доброе утро, Иван, радиослушатели. Недавно я был бывшим тартушком психоневрологическом больнице. А что случилось? А дело в том, что здесь действует клуб сеньоров в Тарту. Ну, теперь говорит в другом комнате президент, а мы говорим господин Саулом Телваром. Но почему вы пришли вот таком интересным и аттрактивным клубом? Говорите, пожалуйста, немножко. Ну, здесь все-таки занимаемся спортом немножко. Всякие мероприятия, играем в бильярд. То есть шахматы. Да. Сегодня юбилейный год Паула Гереса. Вы тоже играете в шахматы? Да, играем. И как дела? Нормально так. Говорим с вашим президентом, господином Янсеном, он хороший президент. Да, хороший. Все хорошо у него получается. А вы физкультуру тоже любите? Конечно. Что дает вот такая группа? Ну, такая группа все-таки увлечение, значит, в таком возрасте. Потому что в таком возрасте уже нет таких клубных мероприятий, как в данном клубе здесь. Здесь каждую неделю мы встречаемся и очень весело нам. А женщины тоже участвуют в вашем мероприятии? Женщины, тоже есть некоторые женщины, но вообще-то у нас мужской клуб здесь. А как аура вот в этом доме, на бывшей больнице и на психологической по больницам, как это зависит? Ничего не зависит. Все уже это в прошлом, что здесь было. Это. Сейчас другие люди, другие мероприятия здесь. А говорим еще, зачем надо вот этот клуб? Чтобы ходить где-то вместе и заниматься чем-нибудь, и общаться друг с другом. Это полезно очень такое. Желаю вам хорошего здоровья и всего хорошего. Спасибо.